На стадионе школы номер 2 аула Кашихабль состоялся финал Кубка памяти Азамата Агиржанокова. Мероприятие собрало 7 команд из Кашихабльского района. Организатором выступили районная администрация и Кашихабльское поселение. В финале встретились две сильнейшие команды, но в упорной борьбе со счетом 4-2 обладателем Кубка стала команда «Юность». В ходе турнира неоднократно собравшиеся вспоминали имя бывшего директора детской юношеской спортивной школы Азамата Агиржанокова, любившего футбол и жившего спортом. В конце мероприятия все команды были награждены кубками, грамотами, медалями и ценными подарками. Также было отмечено, что турнир приобрел статус ежегодного.